вами читать апостольские символы. Возлюбленные братья и сестры, сегодня мы примем в члены нашей церкви новую сестру Валентину. Она уже была крещена и ныне хочет засвидетельствовать о своей вере и на основании этого свидетельства быть принятой в Сибирскую евангелическо-лютеранскую церковь. Так говорит Господь. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Итак, для того, чтобы стать членом нашей церкви, ты должна перед Богом и перед Его церковью исповедать твою веру. Поэтому спрашиваю тебя, отреклась ли ты от дел дьявола и тьмы? Я отреклась от дел дьявола и тьмы. Обратилась ли ты ко Христу? Я обратилась ко Христу. Исповедуй же сейчас твою веру, в которой ты была крещена и в которой пребываешь. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и в жизнь вечную. По собственному ли убеждению ты исповедуешь веру в триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, каким Он нам себя открыл в Своем Слове? Веруешь ли, что грешники могут быть спасены только через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания? Убедилась ли ты в том, что в церкви евангелическо-лютеранского исповедания Слово Божие проповедуется в полной чистоте, и святые таинства преподаются в соответствии с установлением Господа нашего Иисуса Христа? Обещаешь ли прилагать все старания к тому, чтобы жить согласно твоему исповеданию, возрастая в христианском учении, и даже в гонениях, нужде и смерти не отрекаться от Него? Господь внимал тебе. На основании твоего исповедания и обещания я, как призванный и посвященный служитель Евангелической Лютеранской Церкви, принимаю тебя в ее члены. Впредь да будешь ты полноправной участницей во всех дарах, благословениях и правах, который наш Господь даровал Церкви Своей на земле. Преклони колени и прими Божье благословение. Господи Боже, Отче Небесный, силой Твоего Святого Духа, даровавший нам новую жизнь водою крещения, молю Тебя, руководи Валентиной и укрепляй ее, чтобы она служила Тебе в вере и любви, возрастая в познании Иисуса Христа, Господа нашего. Да пребудет благодать с тобой, чтобы ты всегда была верна Богу и водительство Духа Святого, да укрепит твою веру
и да войдешь ты со всеми святыми в вечное Царство Христа, Господа нашего. Аминь. Ваши братья и сестры, я прошу неустанно заботиться и молиться о нашей новой сестре Валентине и оказывать ей всякую духовную помощь. Господу помолюсь. Наш милосердный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Царство Твое всегда открыто для всех верующих и крещенных. Молим Тебя, пребывай всегда с Валентиной, укрепляй ее святыми телом и кровью Твоего Сына и управляй ею так, чтобы она возрастала в познании и послушании Твоему Слову. И в день пришествия Твоего даруй, чтобы она обрела вечную жизнь в Царстве Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего.